Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышала, у вас что-то произошло. Расскажите мне. Что произошло у вас? Мне кто-то рассказал, что у вас что-то произошло. У нас пират Гуф. Похитил игрушки. Игрушки похитил? А у вас? И у нас. Зачем? Что будем делать? Что будем делать, раз он похитил игрушки? Спасать. Спасать игрушки будем? Да. Как-то надо вернуть, задобрить пирата, да? Да. А что надо делать? Вот нам вместе нужно спасти игры. Что нам надо сделать? А кто догадается? Что нам надо сделать? Остановить пирата. По одному мы сможем его остановить? Нет. А как лучше его остановить? Вместе. Вместе. Давайте объединимся в одну команду. Давай. Давайте. Давайте превратимся в пирата. Так. Сможешь сам надеть? Так. Теперь Слава настоящий пират. Вика настоящая пиратка. Превратимся в настоящих пиратов. Весело уже? Так. Да. Матвей теперь тоже настоящий пират. Сроза, какие сильные. Ваня, все, ты настоящий пират. Я тупо. И я превращусь в пиратку. Мы сейчас возьмемся за руки. А, давайте. Возьмемся за, объединимся. Сейчас помогайте мне. Ну, ребята, встанем в круг. Ты мой друг, и я твой друг. Ты, дружочек, улыбнись, добротою поделись. В этот день добрый день, нам здороваться не лень. Руку ты протяни, ласково соседа назови. Давайте, ласково соседа назови. Матвеюшка! Ее зовут Вика. Как ее надо назвать? Ласково. Викушка. Викушка. Славочка. А это у нас Ваня. Ванечка. Ванечка. А мое имя маленькое, Настя. Как меня назвать? Настенька. Настенька. Объединились? Да. Теперь мы дружная команда? Да. Дружная команда пиратов. Кто-то нам должен помочь. Давайте будем думать, кто нам может помочь. Смотрите глазками. Глазками ищите, кто нам поможет. Кто нам может помочь? Попугай. Попугай? Где попугай? Вот. Пойдемте подойдем к попугаю. Попугай у нас есть, точно. Это же лучший помощник капитана Крюка. Нажимай на кнопочку. Помните звук гудящего парохода. Гудящего парохода. Что это? Что это за звук такой? Что это за звук такой? Сейчас я приду. Что за звук гудящего парохода? Кто знает? Ну, громко. Правильно, мы язычок прикусываем зубками и гудим. Как гудим? Точно, пароход. Он хотел, наверное, чтобы мы забыли этот звук. Да? Да. Мне пришло видеосообщение от пирата. Посмотрим, да. Что он нам предлагает. Давайте удобненько. Всем видно? Да. Начнем слушать? Да. Привет, детишки! Я украл у вас игры, потому что не хочу, чтобы вы пошли в школу. Я хочу, чтобы вы забыли звук гудящего парохода, который научились говорить. Но
если вы справитесь с моими заданиями, я верну ваши игры. Они мне будут не нужны. Лучше вас я говорю громко, выразительно, потому что мой язык ходит убедительно. А у вас языки ходят убедительно? Про что он говорит? Про языки. Про языки. Вот он хорошо говорит? Нет, он как-то хрипло говорит. Не очень, да, понятно? Да. А что мы делаем, чтобы красиво и чисто говорить? Что мы делаем? Что у нас должно ходить в ротике? Язычок, конечно. Давайте сделаем гимнастику для язычка. Помогут нам наши перчатки. Одевайте вот так на правую, так. Вот на вот эту руку. Так, по одной руке мы оденем. Где у нас тут дырочка? Вот. Вот. О. На эту. Одел, молодец. Да. Так, одевайте сами. Слава. И палец пропихивай сюда. Давайте встанем в кружок. Давай. Получилось, Вика? Первое упражнение у нас будет улыбка, хоботок. И глазки у тебя оказались внизу, да? Вот так, да, какие у нас ладошки получились. Игрушки, да? Глазками. Первое упражнение мы сделаем. Улыбка и хоботок. Тянем губы мы к ушам. Ручкой помогай. Вот так мы растянули. Давайте сделаем вот так. Тянем губы мы к ушам, потянули. Улыбнемся малышам. А теперь тяни вперед. Как у слоненка хоботок. Тянем губы мы к ушам. Улыбнемся малышам. А теперь тяни вперед, как у слоненка хоботок. Молодцы. Следующее упражнение будет у нас лопата. Такой расслабленный язычок, расслабленный язык. Положили на нижнюю губу, большой, широкий язык, широкий. Вика, папя-пя-пякай, пя-пя-пя. И держи, держим, держим. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем с тобой гулять. Мы лопаточки возьмем и гулять с тобой пойдем. Молодцы, сделали лопаточку долго. Следующее упражнение, иголочка. Открываем шире рот. Тянем язычок вперед. Один, два, три, четыре, пять. Тянем, держите, держите иголочку. Иголку будем выполнять. Молодцы. Лошадка. Цок-цок-цок, подцокай с нами. Цок-цок-цок, лошадка, цокай. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. Язычок, подцокай, цок. Молодцы. Подцокали? Маляр. Как мы делаем упражнение маляр? У нас так. Язычок красит верхнее небо. Красьте, красим мы потолок. Взад, вперед, назад, вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Маляр мы будем выполнять. Молодцы! Еще одно упражнение у нас есть. Вкусное варенье. Вот так мы язычком оближем верхнюю губу. Ох, и вкусное варенье, молодцы! Ох, какое обиденье! Варенье осталось на губе. Оближем верхнюю губу. Шире открываем рот. Молодцы! Позанимался язычок? Да. Давайте вытереть его кому. Варежки снимаем, сделали мы гимнастику, да? Правильное задание? Да.
Да, мы пираты. Пираты. Давайте представим, что у нас настоящие корабли. Берите корабли и надуем паруса. Держи. Щеки не надуваем, Матвей. Стараемся щеки не надувать. Долго, сильно. Чтобы у нас кораблики поплыли, нужен ветер. Достаточно, молодцы, молодцы. Все, кораблики поплыли. Дадим прощальный гудок корабликам. Прикусим язычок. Молодцы. Будет служить пирата дальше? Да. Да. А что ты там дальше говоришь? Видно? Молодцы. Мой верный попугай умеет говорить чистоговорки. Попробуйте за ним повторить. Ла-ла-ла-лопата и пила. Ла-ла-ла-лопата и пила. Ло-ло-ло-лошадь и седло. Ло-ло-ло-лошадь и седло. Лу-лу-лушка стоит в углу. Лу-лу-лушка стоит в углу. Лы-лы-лы, у нас чистые полы. Лы-лы-лы, у нас чистые полы. Попробуйте повторить за моим верным попугаем. Попробуем? Да. Да. Ла-ла-ла, лопата и пила. Смотри. Ла-ла-ла, лопата. Лопата и пила. Молодец. Ло-ло-ло. Ло-ло-ло-ло-ложки седла. Молодец, запомнил. Что там еще было? Лу-лу-лу. Давай, слушаем тебя. Правильный язычок. Лу-лу-лу, шкаф стоит в углу, говори. Лу-лу-лу, шкаф стоит в углу. Молодец. Лы-лы-лы, у нас чистые полы. Лы-лы-лы, у нас чистые полы. Полы, давайте вместе. Ла-ла-ла, лопата и пила. Ло-ло-ло, лошадь и седло. Лу-лу-лу, шкаф стоит в углу. Лы-лы-лы, у нас чистые полы. Молодцы, справились? Ура! Давайте дальше выполнять задание. Молодцы, справились с заданием. Подглядывает за нами. Я долго плаваю по морям, по волнам, но иногда натыкаюсь на ледяные льдины, камни, рифы. Представьте, что ваши пальчики – это маленькие кораблики. Попробуйте пройти сначала через льдины, а потом через рифы. Какое нам задание дал пират. Присаживайтесь поудобнее на стульчиках. Мы сейчас пальчики превратим в кораблики. Ванечек, вот садись сюда, тебе удобнее будет. Тут сюда садись. А ты вот сюда продлись. Я тебе сейчас тоже дам. Да, Слава, двигайся. Пальчики, ваши кораблики. Что Ой. Нам пират сказал? Викочка, Викуля, давай вот сюда. Вот. Представьте, что ваши пальчики маленькие кораблики. Будут пальчики пробираться по льдинкам. Пробираемся. Хорошо, корабликов? Да. Льдины мы переплыли. Молодцы, вытирайте ручки. Льдинки мы переплыли. Я прям не чувствую ничего. Пират нам говорил еще про камни и рифы. Представьте, что ваши пальчики проходят корабли по камням, по рифам. Вспоминаем упражнение. Приготавливаем большие пальчики и
Повторяем за мной. Слушайте. Мы плывем, плывем, плывем. Через рифы перейдем. Говорите. Мы плывем, плывем, плывем. Через рифы перейдем. Большие кораблики прошли? Да. Указательные на помощь пришли. Мы плывем, плывем, плывем. Через реку перейдем. Указательные прошли, средние подключились, поплыли. Говорим. Мы плывем. Через рифы перейдем. Вика, громче. Безымянные пальчики подключились. Говорим. Мы плывем, плывем, плывем. Через рифы перейдем. Чтобы мы слышали звук Л правильно. И подключаются мизинчики. Поплыли. Мы плывем. Давайте я, чтобы вас услышала. Мы плывем, плывем, плывем. Молодцы. Через рифы перейдем. Трудно корабликам проходить через камни? Да. Трудно? Представили, что у нас кораблики? Молодцы! Справились! Вот и пирату мы показали, что мы тоже знаем, что это такое. Пойдемте слушать. Дальше. Что там у вас дальше? Молодцы! Справились с заданием. Я очень люблю игру хлопушки-топотушки. Поиграйте, повеселите меня, пожалуйста. Если я скажу правильно, мы хлопаем. Если неправильно, мы тупаем. Слушайте внимательно. Я копаю лопатой. Что я сказала неправильно? Чем я копаю? Лопатой. Как надо сказать? Лопатой. Молодцы, похлопали. Так, я иду по вужам. Ваня, как надо правильно сказать? Я иду по лужам. Молодцы, захлопали в ладоши. Правильно. Я смотрю на потолок. Я смотрю на потолок. На потолок, да, клопали в ладоши. Я дрова пилю пивой. Как, Слава, надо правильно сказать? Я дрова пилю пилой. 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 Ло-ло-лой, да? Язычок надо куда? К зубкам. Ла-ла-ла-ла. Ло-ло-ло. Похлопали, какие мы молодцы. Пойдемте дальше слушать пирата. Пират. Дальше говорим. Говори. Ой, поиграли, повеселили меня, спасибо. Как же это приятно, плавать по морям, по волнам, дышать чистым свежим воздухом. Хочу, чтобы вы тоже почувствовали это, представили, как это приятно. Мы можем это представить? Да. Сядьте поудобнее, сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Закройте глазки. Представьте, что вы на море. Глазки закройте, расслабьтесь. Волны плещутся. Вы на корабле. Сделайте вдох носиком. Выдохните. Какой приятный воздух. Понравилось? Представили, да. Что вы на кораблике? Да.
Что там было? Волны. 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 Акулы. Акулы еще там плавали? Ты акул там увидел? Ничего себе. И еще киты. Киты. Пойдемте дальше. Все, пират, мы тоже так сделали. Давайте с облачками поиграем. Он что-то не хочет нам говорить. Вставайте в линеечку, вот так. Посмотрите, у нас есть в кабинете облачки. Облака. Надо, не поворачивая головы. Голову держите прямо, Ваня. Только глазками, только глазками. Найдите сердитое облачко. Глазками, глазками. Где сердитое облачко остановилось? Паша, Слава, глазками. Где облачко? Вот Слава только не нашел глаз. Вот, все нашли. Молодцы. А где солнышко? Глазками, глазками. Солнышко. А где грустное облачко? Грустное. Где грустное? Молодцы, глазками нашли. А где счастливое облачко? Где глазками? Ваня, держи голову. Глазками, глазками работай. Еще раз сердитое. Сердитое. Молодцы. И солнышко. Счастливое солнышко. Вот и глазки у нас отдохнули. Удивленное. Можно было тоже. Ну, заговоришь ты, пират? Вы такие молодцы, что я больше не хочу давать вам задания. Помогите мне. У меня столько вещей на корабле. А карточки я не распределил. Распределите карточки по корабликам. Если звук «Л» стоит в начале слова, поставьте картинку в соответствующий кораблик. В середине или в конце поставьте эти картинки в соответствующие кораблики. Пойдем выполнять задание? Да, да. Пойдемте задабривать пирата. Вот. Берите картинки. А две раздай картинки. Вот наши кораблики по звукам. Давай на картинки, давай. На тебе картинку. Ваня, что это картинка? Лыж. Это у нас покажи. Ласты. Ласты. Где звук Л стоит? Подумай. В начале, в середине или в конце? В начале. В начале. Поставь вот сюда картинку, Ваня. Вот сюда, в кармашек. Помогаем пирату разложить все по местам. На. Какие тут у нас картинки, Ванечка, еще? У меня лодка. Лодка. Где звук Л стоит? В начале. В начале, молодец. Правильно. Еще что у тебя, Матвей, сразу же? Кто это? Кто по воде лазит? Вода. Водолаз. Молодец. Где звук Л стоит? Водолаз. В конце. Водолаз в конце там С слышится. Посмотри на кораблики. Внимательно смотри. Водолаз. В середине. Молодец. Викуся, давай. Это у нас канал, где кораблики проходят. Посмотри. А это трал. Канал, произнеси. Канал. Где звук Л стоит? Канал. Последний. Последний, в конце слова, правильно. Что у тебя еще за слово? Трал. Сетка. Трал. Где звук Л стоит? Трал. Последний. В конце. Так, у кого картинки еще есть? Ванечка, какая у тебя картинка еще? Да. Что это у нас? Это у нас балкон. Балкон. Где звук Л стоит? Слушай внимательно, Ванечка, подожди. Балкон. В середине, конечно. И осталась у нас картинка у Славы. Что там у него за картинки? У него там весло. В середине. И пол. Как на корабле называется? Пол. В конце. Пол. Палуба. Палуба. Произнеси слово. Палуба. Произнеси сам. Палуба. Где стоит звук?
Посередине. Справились мы с заданием? Да. Пойдемте пирату скажем, что мы справились с заданием. Какие же вы молодцы, ребята! Умные детишки! Вы слишком много знаете. Меня этим пугаете. Вы простите уж меня. Не поверил в вас, друзья. Стыдно мне. Я знаю. И игры ваши возвращаю. Ваш капитан Крюк. Пока! Пока! Понравилось капитану Крюку, как мы играли? Он игры нам сейчас вернет. Да, он игры нам сейчас вернет. Понравилось вам задание? Да. А какие больше понравились задания выполнять? А? Мне понравилось. Понравилось. Что понравилось больше всего? Как камушки обходить и льдинки. Льдинки. Мне льдинки понравились. Еще кому что понравилось, Лав? Что больше всего мне понравилось? Кораблик. А? Кораблики дуть, паруса дуть понравились? Да тебе, Викус? Тоже. И мне понравилось. Я за это вам, Ванечка, вручаю удостоверение настоящего пирата. Ну? Да, мы настоящие пираты. Здесь написано, выдано Чикичеву Славе, Алексеевой Вике, Вологдину Ване, Ветелеву Матвею, отважному, сильному и ловкому пирату, который не боится трудностей, ценит дружбу и любовь и интересные приключения. Поздравляю! Поздравляю! Теперь точно вы настоящие пираты. О, какое светлое! 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 Спасибо вам! И до свидания! Берите свои удостоверения. Аккуратно! Идите в группу.